Вот, кончилось богослужение. Расходятся. Вот из храма вышли. А это дети садятся. Паля, ты что тут села, застила мне? Ну, сестры наши уезжают. Это у нас сегодня 11 февраля. Прошло собрание. Сейчас у нас будет трапеза, а потом занятие. Интересно как. Приехала Галя из Гуляева. Привезла, на ризах правильный крест нашивала. Немножко поговорили. Роман у нее справлялся, правда, что запретили со мной общаться. Она говорит, так ты сам и спроси, что ты выдумываешь все. Ну вот, поехала. Брат у ней в Краснодарский край переехал. Я говорю, а зачем? Ну, что-то нашел. Да тут раз нельзя было найти. Ну, вот, поехал туда. Все. Она за рулем сама сидит. Вот ребятишек у нее четверо, три девчонки и мальчишка. Старасев. Старшая у нее Ливия. Не Лилия, а В. Ливия. Больше 100 грамот. Она в музыкальной школе и там разные грамоты. Первые места везде занимают. Там играют такие вещи сложные. Ну, надо, не надо, меня тут не знаю. Главное, чтобы Господь был. И все остальные. Одна на гитаре, парень, а другая на скрипке. А это на фортепиано. Вот. Приехали. Помоги, Господи, благослови. Всегда звонит, когда кто едет, муж или кто. Молимся. Сейчас поблагодарили Бога, что муж вернулся, Александр. Как все непросто. Вот так. Сдвинулось. Вот она поедет сейчас. Вот она пошла. Благослови ее, Господи. Вот Никита на работу идет. За ним заезжай. Он у него, банки у него в руках, машет рукой. Благослови, Господи, с Игорем Дубуновым работает. Чтобы был мир, любовь и согласие. Все, банки перед собой тащит. Как хорошо быть братьями вместе. С Игорем Дубуновым совершенно, говорит, нельзя работать. Кто-то говорит, ничего подобного, братья работают. У меня 14 лет прожил он на квартире за стенкой. И расстались мирно, и сейчас мирно. Ну да, бывает горящее, то другое. Ну так, а холодный был бы, или еще хуже, теплый, тогда еще. Вот вечером расходятся. Помолились. Виктор Андреевич выходит. Все. По улице пошли. Кто-то вернулся. Ворота. А сегодня мало людей было. Вечером. Что-то не пойму, где тут дальше-то. Вот, выходит. А, это вот выходит. Это Надежда Васильевна пришла домой. А это, видно, Третьяков. Без машины сегодня. Вот тут в воротах машина. Это Пупков, наверное, Сергей. И Василия забирает. Василия. А то я в окно вижу, там сдают машины.
Ну да, Сергей, у него надписи там дрессировка собак. Он красненький сзади, Василий сидит. Он уже дома живет. Договорились, что в воскресенье, субботу на воскресенье он здесь был. Вот, что-то куда-то люди садятся, видно. У Сергея был. Сергей его берет. Вон там тоже какая-то машина. Садятся. Ближе приближать уже туманно, не берет. О, это наш брат Себастьян на своем лимузине. Должно быть так. Все это далеко. Вот что-то пятится назад. Кого-то не взял, может быть. Хочет взять. Довести хотя бы до проспекта, до автобусной остановки. Вот кто-то тут бежит бегом. Ну да, так и есть. Подождал. Вот кто-то вылазит. Это, похоже, Дыбунов Игорь выходит. Ну, а наши ребята, Никита и Володя, ворота закрывают. Вот. Вот так. Все, разъехались. Считай, никого уже нет. Отсюда видно, что ворота закрывают. Как хорошо все видно. Зима прекрасна. Помолились, Бога прославили, неделя прошла. Все время подумаешь, как страшно было бы, когда Господь бы не избрал. Это Володя закрывает. Цепочку перекидывать пошел. Туда ворота, чтобы затянуть теперь замок. Неверующий был бы, что бы делал тут? Почти 80 лет вот мне. Вот ужасно просто, как бы всем надоедало. А так тебе все нуждаются, приезжают. Я уж не говорю тут это в интернете. Просто ой-ой-ой, какое благо быть верующим, христианином, да еще и православным. Какое сокровище. Вообще ни о чем не спорить, ничего, не надо толковать. Все растолковано. Слава тебе, Христе Боже наш, отошел.